Здравствуйте! Здравствуйте! Я Сон. А я Дрёма. Мы приходим к вам, когда вы уже готовитесь ко сну. И укрывшись теплыми одеялками. Под голову кладете мягкие подушечки. И тогда приходим мы и забираем вас в волшебные сны. А давайте мы сейчас вместе представим, что мы с вами все спим. А? Закрывайте глазки. Все закрывайте глазки. Закрывайте глазки. И когда мы скажем, мы приглашаем вас в волшебные сны, вы их откроете. Договорились? Договорились. Да. Тогда закрывайте глазки. Все. Не подглядывай. Мы приглашаем вас в волшебные сны. Можжевеловыми веточками. Слушаю, как плещется рыбка в воде. И как тихо падают звезды в траву, и большие теплые шевелятся у ног. Ёжик друг медвежонка, ёжик друг медвежонка. Ни у кого
нет такого, такого длинного и красивого имени. Ёжик, друг, медвежонка. Ёжик, медвежонка. Ёжик, друг, медвежонка. Как тебе спалось, медвежонок, который дружит с ёжиком? Ну, что-что? Ну, это тебе твое новое имя. Я всю ночь думал, как бы тебя назвали. И наконец придумал. Медвежонок, который дружит с ёжиком. А ты, ёжик, друг медвежонка. А ты, медвежонок, который дружит с ёжиком. Ёжик, друг медвежонка. Ёжик, пойдем грибов соберем. Пойдем. Грибов соберем. Погода хорошая. Очень хорошая. Ну, пойдем? Пойдем. У меня погода хорошая, а грибов не видно. Пойдем дальше. И здесь не видно. Да, так мы ничего не найдем. Где же их искать-то? Нет.